Скажите, если Владислав Анатольевич Кривобоков станет народным депутатом, какие обещания он выполнит в первую очередь? Первое, что незамедлительно выполнит народный депутат Владислав Кривобоков, будет утверждение закона об ответственности власти. Его суть в том, что народный избранник должен работать как в профильном комитете, так и в сессионном зале. В противном случае нерадивый депутат, голосующий в том числе и чужими карточками за антинародные законы, должен сидеть в тюрьме и отвечать за все свои действия по закону. Второй закон, давно им разработанный с учетом российского опыта. Закон Украины о государственных гарантиях восстановления и выплаты сбережений Сбербанка СССР гражданам Украины. Суть закона – выплата утраченных сбережений гражданам. Сбережения должны гарантироваться золотом, и это реально, но только в том случае, если Украина сделает правильный геополитический выбор. Самое главное и ключевое, что предлагает Владислав Анатольевич избирателям, это организация всеукраинского референдума по вопросу вступления в Евразийский союз. Кривобоков уверен, что украинский народ вправе сам решать свою геополитическую судьбу. У Владислава Кривобокова уже есть политическое прошлое. Расскажите об этом. Действительно, он был депутатом областного совета в период с 2006 по 2011 год. В рамках своих депутатских полномочий разбирался в положении дел на заводе ОР. По итогам своей работы опубликовал острую статью и сразу стал лютым врагом дирекции завода. Получил судебный иск на 500 000 гривен от руководства завода, которое сочло материалы публикации как подрыв деловой репутации предприятия в глазах партнеров. Влад Кривобоков в знак протеста немедленно сложил депутатские полномочия. Он в очередной раз убедился в том, что действующее законодательство, касающееся местного самоуправления, не то что не дает открыть рот, а еще и наказывает за это. Владислав Анатольевич посчитал невозможным в дальнейшем осуществлять свою депутатскую деятельность, если при помощи судебных исков дают жестко понять, что есть запретные темы и области, которых не позволено касаться даже депутатам областного совета. Какие преимущества Владислава Кривобокова над другими претендентами в народные депутаты? Спасибо. Безусловно, Владислав в политике уже более 10 лет, тогда как другие 10 кандидатов в народные депутаты еще 2 года назад были неизвестны луганчанам. Если оппоненты Кривобокова могут рассчитывать лишь на партийные бренды, под эгидой которых выступают, а провластны еще и на админресурс, то Владислав Анатольевич полагается на истинно народный выбор. Владислав Кривобоков – сильная личность и неравнодушный человек. Он в первую очередь честен перед своим избирателем, потому что никогда не становился политическим хамелеоном, не переходил в ряды правящей партии парламентского большинства. Кривобоков идет к избирателю с глобальной геополитической перспективой, а именно необходимостью интеграции Украины в Евразийский союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Он верит в то, что возрождение и величие нашей Родины Украины, гордости и благосостояние нашего украинского народа возможно только в союзе с братскими народами. Владислав не устает повторять: Украина – душа Евразийского союза. Кривобоков ведет серьезную работу по осуществлению задуманного. Уже создан Координационный совет общественных организаций Евразийского союза. Владислав Анатольевич стал сопредседателем этого совета от Украины. Создание такого совета лично приветствовал Владимир Владимирович Путин. Вот такой геополитический государственный масштаб Владислава Анатольевича Кривобокова. И это доказательство того, какими глобальными категориями мыслит этот политик. Кандидатом в народные депутаты Владислава Кривобокова никак нельзя ставить на одни политические весы с теми, кто понимает политику через покраску детских песочниц и пустые популистские лозунги, такие как «Он свой» или «Все на субботник». Влад Кривобоков осознает стандарты современной политической культуры и работает в правильном направлении. Владислав Кривобоков – единственный на своем округе независимый политик с талантом государственного менеджера и солидным политическим опытом. Что может помешать Владиславу Кривобокову стать народным депутатом? Спасибо. Единственный противник кандидата Кривобокова во всех избирательных кампаниях – это админресурс.
оппоненты Владислава Анатольевича не могут выиграть у него в открытой и честной политической борьбе, так как равных политику Кривобокову в Луганске единицы. Избиратели знают, что Кривобоков уже сейчас настоящий народный депутат, что подтверждает его дела и поступки. И если свой бюллетень избиратель сфотографирует со всеми реквизитами на камеру телефона, то это и будет документальная защита от фальсификации. Это позволит народному кандидату Владиславу Кривобокову одержать убедительную победу на этих выборах. Скажите, если Владислав Анатольевич Кривобоков станет народным депутатом, какие обещания он выполнит в первую очередь? Первое, что незамедлительно выполнит народный депутат Владислав Кривобоков, будет утверждение закона об ответственности власти.